Коллеги, хочу немножко похвастаться. Мы очень гордимся тем, что мы наконец-то сделали в этом году в Шеховском отделении питомника. Мы оборудовали прекрасное помещение для рабочих, и столовую, и раздевалку, и комнату-сушилку. Вот так теперь у нас выглядит столовая. Вот. Огромное помещение с вентиляцией, с подогревом, холодильниками, микроволновками. Пойдемте, покажу вам комнаты, где переодеваются рабочие. Это у нас женская раздевалка. Только-только начинаем пользоваться. Здесь у нас специальная комната для просушки вещей. Вот мы поставили такие сушильные камеры, несколько штук. К ним подводится, видите, теплый воздух, вентиляция. И здесь будет сушиться в межсезонье, когда сыро, холодно, это всегда большая проблема. Люди смогут сушить одежду. И здесь у нас мужская раздевалка. Ну, примерно как женская, только гораздо больших размеров. И дополнительные такие вот купили стойки-скамейки, чтобы можно было присесть, когда переодеваешься, и какие-то там свои вещи повесить. Теперь люди будут работать в более комфортных условиях, отдыхать во время обеда в более комфортных условиях. Они заслужили этого. Ну, вообще все вот эти вот помещения рабочие, которые я вам показала, это мы закрыли крыло ангара, второй этаж. А вообще вот это все рядом с ангаром. А в ангаре вот так вот мы храним деревья, которые будем сажать в этом году в поле и в контейнеры. Конечно, это не все деревья, которые мы будем сажать, но значительная их часть. Часть еще у нас на улице в прикопе. Вот. А какая-то часть материала здесь. Причем хочу отметить, вот эти вот все прекрасные клены и другие деревья, это все выращено в наших же питомниках. Клены в Тульском питомнике, остальные деревья в Белгородском питомнике. Это мы все выращивали сами с маленьких 1-2-летних сеянцев до вот такого состояния деревьев. И сейчас посадим на третью пересадку в полях Шеховского. И точно такие же деревья на третью пересадку посадим в полях Белгородского питомника. Вот так они у нас в ангаре, в песке. Здесь пол песчаный, песчаная подушка, прикопанная, маркированная. Бирки всюду висят, пучки связаны и стоят, дожидаются сезона посадок. Скоро начну уже сажать.